Так или иначе сталкиваются с современной музыкой, потому что она звучит в обязательных программах и симфонических концертах, пусть не так, может быть, часто, как классическая музыка, но все равно маломальски они соприкасаются, они ее так или иначе слышат даже фрагментарно. Это, допустим, то ли это музыка к фильму, то ли это к документальному фильму, художественному, то ли просто какой-то отрывок или эпизод, который звучал, ну, когда-то у них в памяти. Естественно, все равно все это остается, и у всех на слуху основные фамилии современных композиторов, допустим, того же Шнитке, того же Денисова, Губайдулина, Кончели и так далее. То есть эта музыка, я думаю, уже завоевала слушателя и не нуждается в музыке, по крайней мере, из-за того, что меньше участников, она как бы более рельефно представляет возможности изложения современного языка, стиля по сравнению с другими составами. Я считаю, что жанр камерной музыки еще ждет много открытий, и это, в общем-то, как неиссякаемый кладезь, который, я думаю, всегда будет жив и полон. Скільки людей, стільки ж прихильностей та смаків. Комусь до вподоби естрадна пісня, іншим – класика або джаз. Хтось знаходить близьке відчуття в творчості бардів чи рок-музикантів. І скрізь окрема, досить незначна кількість шанувальників, які мають однакове право вибору. Новітня нетрадиційна класика теж має свого слухача, не дуже розпещеного концертами на харківській сцені. Для меня существенно, конечно, чтобы мои произведения знали слушатели, потому что, когда мы пишем, мы хотим как бы поделиться своими мыслями и идеями со всеми теми слушателями, которые приходят на концерты, которые слышат наши записи. И, естественно, для любого композитора очень важно поделиться своими мыслями и впечатлениями с другими слушателями, зрителями. Ну, вообще всеми, кто интересуется современной музыкой.